Ангурия относится к семейству тыквенные. Ее выращивают во многих странах Южной и Центральной Америки. Урожай вызревает через 60-70 дней после всходов, позже плоды становятся несъедобными. Такой огурец по всем показателям идеально подходит для диетического питания. Зрелые плоды на 88% состоят из воды. Пищевую ценность представляют только зеленцы. Если их включать регулярно в рацион в качестве полезного компонента диетического питания, то такая добавка окажет положительное действие на ваш организм. Плоды сельских огурцов не накапливают нитратов и не горчат. Их употребляют в свежем виде, застоленными и маринованными. Для пищевого разнообразия в качестве диетического дополнения к повседневному рациону идеально подходят молодые плоды, то есть зеленцы.